Здравствуйте, Владимир. Это видео про ваш переходничок КПН. Диафрагмы все запрограммированы от 3,5 до 22. Как я и говорил, комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на объективах типа Юпитер-37 находится в моей группе. Сейчас я упакую ваш переходничок. Вот он, смотрите, одуванчик, крышечка, упаковочка, и отправлю вам, как правильно вставлять и вынимать объектив с одуванчиком в камеру. Из камеры смотрите в видеоинструкции, которая также находится в группе и на моем канале YouTube. Спасибо.